почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литцер, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Так было. Люди с титанической волей покоряли большие земли, были лидерами на исторической арене, победоносно утверждали господство в Сибири, на Востоке и на далеком Севере. Но жизнь в необъятной, огромной России тяжела и для многих просто немыслима. Маленький человек, столетия воспевавшийся русской классической литературой, обречен на умирание. Маленький человек, лишний человек – должен погибнуть, исчезнуть. Поэтому русская почва жаждала и получила большого человека, способного выстоять и победить. Для него нужны простор. А где же ему развернуть в полную силу свои таланты и тягу к свободе? Помните, как у Галича: «Я выбираю свободу, но не из боя в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой». Большому русскому человеку нужен русский необъятный простор, свобода и воля поступков и желаний. И не надо опасаться. У большого человека есть свой царь и судья. Это честь и совесть. В любом государстве боятся яркой, сильной мысли, духовной энергии мятежных, ищущих людей, думающих интеллектуалов, творцов, созидателей, обладающих стальной волей и огромным запасом знаний. Именно таким, каждым нервом, ощущавшим свое призвание к творческой роли и одухотворению нации, был Георгий Дмитриевич Гачев. Блестящий философ, литературовед, доктор филологических наук и автор локальной теории ускоренного развития литературы. Его книга «Философия быта как бытия» – пример истинной мудрости и глубокой духовности. Его точное замечание «Повседневность ты божественна» подчеркивает его восприятие быта и бытия как неразделимого и единственно возможного восприятия и приятия жизни. Георгий Гач один из искренних и мощных охранителей России, русской ментальности, национальной идентичности и словом, и делом служивший русской земле и русскому духу. Книга его глубока и безмерна. Ни с первого, ни с десятого прочтения ее до конца не постичь. Это заповедь, пророчество, архетип, миф, великое сказание. Она должна стать настольной книгой для каждого, в ком теплится свет русского мира, в ком еще не подавлена вера в великое предназначение русского человека. Георгий Гачев. «Философия быта как бытия. Без возрастных ограничений». «Дай почитать».